Добрый день, друзья! Продолжаем шагать по карнавалу пошаговых игр, и сейчас у нас Combo Card Clashers. Поехали. Так, выбираем героя. У нас только один герой доступен. Воин. Хорошо, давайте все стартово. Надо использовать все статпоинты. Хорошо, давайте исполним. Мы воин, поэтому у нас должно быть что? Силы должно быть много. Не знаю, что влияет интеллект, но давайте выучим силу и ловкость, наверное. Нет, давайте интеллект возьмем. Хотя, зачем интеллект воину? Давайте ловкость. Всем. Так, выбираем стартовую локацию. Ну, вот она. Так, путешествуем по карте, побеждаем босса, чтобы перейти к следующему миру. Всего есть 3 мира. Вот, важно остановиться на полезных местах, чтобы увеличить нашу силу. Так, можем выбрать подготовленный удар карту, защитив комбо-сеточку, а затем нажимаем кнопку «Начать». Как работает карта, это очень важно. Карта может наносить физические, магические, либо вот типа модификаты. Карта атака указана вот здесь. А здесь стоимость мани. Вот указано здесь. У которых есть эффекты, которые влияют на карты. Все эти карты перед картой атаки. Так, а что эта карта делает? Смотрите. Так, модификаторы нужно сыграны перед всеми остальными, чтобы они работали. Если без кармы позже, она работать не будет. Можно поставить любое количество комбинаторов в карты модификаторов, и они будут складываться. Давай добавим яд. Так, что у нас здесь? Добавляет дебаф яд и плюс 40 урона к следующей атаке. А это... Это мы уже сегодня мы посмотрим. Так, ну минус крыса, который взрывается монетами. Наше здоровье — это красная полоска. Когда достигнет нуля, мы закончим наш забег. Наша мана — это синяя полоска. Нам нужно достаточно количество маны, чтобы использовать карты, которые требуют маны. Есть различные статусные эффекты, они будут позитивными и негативными у нас. Так, можно разыграть еще одну атаку. Куда-нибудь вот сюда. Почти. Броден, немножко монет, немножко опыта и новая карта. Упусти уровень, получаем артефакт, плюс статы, плюс лечимся. Давайте получим артефакт сперва. Что у нас? Больше выбора в первом и во втором ходу. Начинаем каждую встречу с телом. Фактически молитва, да? Или можем маску монстра. Увеличивать шансы, что монстр приснится к нам в пати после битвы на 15%. Давай тебя возьмем. Так, давайте повысим уровень. Увеличим силу, конечно же. И ловкость. И возьмем новую карту. Физическая карта носит урон от силы, магическая карта носит урон от интеллекта. Хорошо. У нас две магические карты. Нам они, наверное, не очень нужны. Мы все-таки воин. Можем взять ускорение. Баф позволяет нам выбрать два тайла на следующих хода и получить три максимума здоровья. Нет, наверное, нам это не надо. Давайте просто получим
плюс 50 золота. Так, а тут мы должны выбрать, куда пойдем. Можем пойти в магазин? У нас 450 монет, 5 монет. Ну, пошли вниз. Посмотрим, что у нас здесь. Так. Можно добавить один ко всем атрибутам, что неплохо. Можем взять тебя. Урон на зиму дебафами. Можешь китовать в два раза. Можешь взять книгу травника. Удваивать лечение. Лечащих мест. Можешь взять свиток подготовки. Начали каждую битву с клинком. Вот. Слушай, ну я думаю, это неплохо. Плюс, что можем взять? Редкую дубину. А у нас не хватит, у нас 200, можем шлем взять. Давайте шлем возьмем, почему нет. Можем на левую верхнюю кнопку нажать в сумочку, чтобы посмотреть на то, что у нас есть. Можем перемещать. Ну не, у нас все неплохо. Процентов магического урона в качестве здоровья отличаем. 5% шанс заморозить врага. 3% шанс кастовать малое лечение. Ну, неплохо. Мы немножко восстановили здоровье. Все, ничего продавать не будем. Пойдем дальше. Сюда. Что у нас здесь? Подозрительная какая-то сделка. Когда спали, нам приснился сон, что мы вот в таком тусклом рынке находимся. Какой-то вот мрачный торговец, который нас глядит, он говорит: у меня для тебя есть подарок, который делает тебя быстрее, но ты должен заплатить цену. Так что скажешь? Может быть артефакт, который играет каждую атаку дополнительный раз, но каждая атака наносит 40% урона. Сам это, наверное, не очень выгодно. Но если мы откажемся, мы получим карту проклятия. Ладно, давай. Новый артефакт. Это у нас перчатки демона. Каждая атака такой дополнительный раз. Но атака носит 40% урона. Неприятно. Ладно, пойдем наверх. Сюда. Что мы здесь можем? Можем. Кого-то еще? У нас денег нету. Ребят, ну мы пойдем, пожалуй. Так, таверна не нужна. Пойдемте сразимся немножко. Ой, а чего вас так много? Так. 50% урона можно улучшить. Мы можем тогда его исправить. Хорошо. Починить. Давайте подготовим удар на 10 больше урона за каждую карту после нее в строке. Так. Можем двигать карты у нас по сетке, после того, как мы их разместили. Можем щелкнуть на врага, чтобы заметить того, кого будем атаковать. Так, ну давайте, конечно, вот, чтобы остальных врагов тоже бить. Раз-два-то поставим раз-два. Вот, ну, в целом неплохо. Если врагов три, то так, он говорит наш. Рюкзак. Можем двигать карты сюда, если мы не хотим их разыгрывать от вас. Откуда цель 3 раза, каждая атака наносит 3 урона. Слушай, а давай, наверное, дебаф. Хотя так мы дебаф на всех будем накладывать. Слушай, вот давай сделаем так. Если мы сделаем так, мы должны большое количество раз атаковать всех. И носить огромное количество яда. Наверное, это было неправильно. Да, у меня от яда сверли. Много опыта. Мы получаем броньку. И получаем монстра. Так, что за бронька?
необычная. Сопротивление урона, сопротивление стануса, плюс один интеллект. Ладно, хорошо, пусть будет. И новый монстр. Наша патя растет. Вот дикий крысомаг. Интересно. Хорошо. Не зря увеличили шанс, что к нам присоединится монстр. Так, куда пойдем? Здесь можно немножко подлечиться. Я думаю, я не откажусь от немножко отлечиться. Так, пойдем дальше сюда. Что можем сделать выбор? А здесь у нас что? Ничего. Пойдем еще раз сразимся. Крыса нас лечит. Крыса молодец. Так. Давайте остальных будем бить. Так, давайте, наверное, будем накладывать яд. Один. Он еще одного призвал. Так. Что, больше яда накладывать? Дальше больше яда и... Кого? В тебя? Давай главную рыбу, наверное. Победили уже всех. 6 яда, 4 яда. Давайте будем атаковать вот эту рыбу. И еще одну атаку. Просто потому что можем. Все еще живо. А нет. Мы победили. Новая карта. Что у нас? Вампиризм. Баф 7% лайфстила. Физическая атака на один раунд. Ты можешь финальный удар взять. Или баф. Накрывает 5% за каждую карту, которая еще перед этой картой в ряду. Это один раунд. Ну, давайте вампиризм возьмем. Пригодится. Все, можем посмотреть карты, если нажмем сюда. Так, она же надета. У нас надета броник. Хорошо. Да, давайте пойдем дальше. И сразимся еще. Вот у нас тут два голема. Надо спять, можем физически сопротивление врага. Давай так. Хотим бить всех, но слабо, либо накладывать яд. Наверное, яд хотим накладывать.
Ну-ка, давайте еще больше яда. Перед этими своими атаками отправлять. Ну что, немножко подлечились. Еще крыса нас подлечила. Тоже неплохо. Так, больше у нас нету. Продолжаем. Я думаю, его изменяем. Увеличивается уровень, плюс 3 ко всем статам, и будет лечить, оно увеличено на 50 здоровья. Хорошо. Что, пойдем сюда. Да, можем там в магазин ходить. У нас 690 монет. Так, давайте сперва сюда за событием. Когда погонимся по маленькой деревне ночью, выйдем штыряющего человека с странным свечением, которое исходит из его кармана. Он чувствует наш взгляд за ним и быстро скрывается в ближайшем переулке. Мы вот, обычно, выстеживаем направление, куда он побежал, и замечаем вот зловещий светящийся череп на земле, который за нами следит. Можем взять череп, получаем артефакт, который дает нам 50% урона, увеличивает урон на 50%, но наше максимальное здоровье будет уменьшено в этом забеге в два раза. Ну, а давайте. Окей. Ничего. Я думаю, они неплохо сочетаются с тем, что у нас уже есть. Давайте здесь еще пару артефактов возьмем. Что у нас есть? Руна хаоса. Начинаем каждую встречу с... Так, тем не менее, мы можем лечиться на 3 в начале нашего хода. Плюс 1 ко всем атрибутам, тогда яд будет носить больше урона. Что неплохо. И можем уменьшить моностоимость всех карт. Давайте вот тебя возьмем. Наверное, нет. Хаотическую руну хотим. Ну, давайте возьмем. Все. И пошли отсюда. Куда? Поезжаем пойти сюда. Здесь делать выбор, немножко подлечиться нам не надо. Пойдем сделаем выбор. Что предложит на этот раз? Падший солдат. Нам подходим. Оставшись после последней битвы, мы приближаемся к раненому солдату. Вот, в сияющей золотой броне, которая все еще медленно тут пролит. Он протягивает ему руку, которая держит маленькое колечко, и говорит: вот, возьми, друг, и пусть ярость поглотит тебя. Можешь получить артефакт, который увеличит урон на 20, но наши атаки по одной цели теперь случайные. Ну и ладно, зато больше атаки. Согласен, больше артефактов, больше рандома. Это делает все веселее. Давайте подлечимся. Так, пойдем сразимся. Так, у нас добавилась эта вещь. Отыгрывает случайную карту из сетки, неплохо. Так, ну давай мы его сюда поместим. Неплохо. Thank you.
приятно все. Дальше яда. Лечимся. Давайте еще больше яда. Это не то. Сейчас смотрим, он живет. А, он умирает. Повышаем уровень. Здорово. Давайте выберем себе артефакт. Лечиться на 3 в начале кода. Шесть по горам сквозь леса. Мы можем уменьшить цену новых карт и рекордов на 10%. Ну, давайте тебя возьмем. По 8 уровня. И давайте даже немножко мудрости возьмем. Просто чтобы ядом наносить больше урона. Можно взять модификатор, чтобы носить урон ближе к соседним врагам. Давайте. Размах. Все-таки надо разыграть тебя. Кучу яду наложили. Они разделились. Ну ничего, у нас девич, который позволяет нам по ним всем бить. Плюс у нас второй есть. Давайте так сделаем. И яд получает. А че это мы не вернулись обратно? Лечимся. Давайте ее возьмем. Конечно, надо будет выбрать, какой оставить. И новым монстром. Ушел с другой стороны. А, у нас можно себя и на монстров надеваем ее, да? Интересно. Ну давайте, да, пусть это будет у нас. А это будет на монстре. Пусть у нас крыса-волшебница. Так, можем купить и улучшить карты. Давайте.
Я бы хотел улучшить карту. Чем бы я хотел улучшить? Наверное, больше яд накладывать. А у меня там какая-то сломанная карта есть. Как мне ее улучшить? Не знаю. Так. Окей, давайте улучшим. Случайно шоход небольшого лечения все-таки взять. Давайте возьмем. Можем еще одну карту попробовать улучшить. Хотим? Да, наверное, хотим. Давайте. Вот это. Как оно у нас улучшается? Чуть-чуть. 5 раз атакуем. Класс. Давайте. Огромное количество яда будем накладывать, если все будет хорошо. Но пока давайте завершать. И... впереди нас ждет босс. А у нас 150 здоровья. Вот, немножко подлечились. Хорошо. Давайте теперь яд сюда добавим. Это сделать все намного веселее. Ох, хорошо. Так, минус один. Еще один? А, не страшно. Хотя мы уже почти полностью здоровье восстановили. Полное здоровье, поэтому можем пока ничего не играть даже. Ну, давайте сыграем. Так, новая бронька. Шанс кастовать фаербол плюс ловкость. Плюс повысим уровень союзника, как раз уже 3 уровня. Плюс лечится. Слизька уже лечится. И 2 уровня. И новая карта. Что хотим, баф? Или еще один удар? Давайте еще один удар. Так, откуда начнем? Да, наверное, откуда начнем? Почему нет? Так, чтобы эта штука аккуратно накладывалась, надо сперва отходить. Теперь давайте обвешивать это все разными модификаторами. Так,
Добавим кучу яда. Повысим, чтобы улучшить эффективность нашего отравления, потому что оно считается по наименьшему стату. Так, плюс один к ловкости. Улучшим. Может этих кое-что продать. Это у нас вроде не у всех, да, есть. И еще. Давайте пока ничего продавать не будем, а пойдем сразимся. Ходим по темному лесу в сумерках и слышим тихое нежное рыдание какое-то женщины, которая находится неподалеку. Как мы к ней приближаемся, мы можем почувствовать ее вот мощную энергию. Она держит маленькую статую и говорит: «Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне. Освободи от меня, возьми мою силу». Мы можем взять ее, получить артефакт, который убирает тех союзников, и больше мы не можем иметь союзников, но плюс 7 ко всем атрибутам. Ну давайте, окей. Статуя одиночества. Хорошо, но наш яд стал намного более эффективным. Ну а на этом моменте завершается демо-версия. Мы разблокировали волшебницу. Разблокировали редактирование колоды. Новые модификаторы. Новые артефакты.
снова новые модификаторы. Следующая карта. Запускает цепь молний. У союзника лечится 20% на здоровье в конце битвы. И это все еще не конец. Мы можем уже навыки, вытребование навыков, вставить. Если понравилась игра, можно зайти в Discord или добавить список желаемого в Steam. Давайте посмотрим, что же это они за требования навыков имеют. Так, можем манорегион увеличить, стартовую мудрость, плюс 10 максимального здоровья. Если учим мудрость, дальше можем 10 максимального здоровья, или плюс 30 к союзникам, а дальше можем уменьшать стоимость найма. И потом в конце нанимать сразу двух недерекотов. Дополнительный артефакт в магазине появится. Плюс один к урону от оружия. Здесь максимального здоровья, кажется, пока что не так сильно. Давайте, наверное, плюс один к стартовой мудрости возьмем. Это у нас была игра Combo Card Clashes. Большое спасибо за просмотр. Ну а мы увидимся совсем скоро.